Мое первое появление на публике было на международном кинофестивале «Евразия». Игрушка моего детства была кукла Даша. Она была такая смуглая, такая красивая, и я ее очень любила. Она, кстати, до сих пор у меня есть. Совет всем девушкам. Конечно же, как я и повторялась, девушки, не курите, это некрасиво и это неправильно. Моя первая любовь, его звали Кайрат. Этот человек был высокого роста, с голливудской улыбкой, с таким смешным носиком, с длинными ресничками, с черными бровями. И он постоянно улыбался, смеялся. Вот. Я ценю людей за искренность и за честность. Я патриотка нашей страны, и поэтому я очень ценю наши отечественные производства. Кстати, хочу вот взять ударение на фильмы. У нас очень стали такие интересные кинокартины, которые вот можно посмотреть в кинотеатре. Беседа мечты – это, наверное, была беседа с Анной Седоковой. Это было на премии, где я получила много таких нужных советов для меня. Мужчина моей мечты – это, конечно же, воспитанный человек, который уважает женский пол. Также я бы хотела, чтобы он был высокого роста, так как я тоже не низкая. И, конечно же, я бы хотела, чтобы он умел общаться, развлекать людей, как бы, а не просто был скучной серой массой. Леди – это та девушка, которая не перечит своему мужчине, прислушивается к своим родителям, уважает их выбор.